Привет, друзья! В октябре этого года все газеты пестрели страшными заголовками: «Добрынин экстренно госпитализирован», у композитора случился инсульт. Близкий друг Добрынина Лев Лещенко внес ясность. У народного артиста диагностировали транзиторную ишемическую атаку, при которой повреждаются ткани головного мозга. К счастью, процессы эти обратимые, но если не следовать четким рекомендациям врачей, то в дальнейшем возможен инсульт. Добрынин не скрывает, он испугался не на шутку. Вячеслав Добрынин, народный артист, этот год был сложным для многих. Уходили люди из жизни, причем очень известные, любимые, популярные, их много. Увы, лучше бы было мало. И я тоже про себя подумал, что, наверное, надо уцелеть в этом году. Были времена, когда было крепкое здоровье и очень хотелось летать, хотелось что-то делать, многое свершить. Сейчас настроение другое. Вячеслава Добрынина поддерживали супруга Ирина и дочь от первого брака Екатерина. 40-летняя наследница композитора живет с мужем-американцем и детьми Соней и Сашей в Нью-Йорке. Год назад она прилетала в гости к знаменитому отцу. Добрынин не отпускал дочь ни на шаг и не скрывал, он сильно скучает по ней и внукам. Добрынин уверяет, он поставил себе цель выжить ради самых дорогих ему людей. Народный артист не только встал с больничной койки, но и вышел на сцену к своей любимой публике. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.